Куда летишь, брат? У меня колеса вырываются, вы чего? 240. Какие 240? В этом маленьком чудесном домике. Подожди, что? Все, это все? Это мем? Можно в том случае покупать... А ну-ка, полетим. Я в пыльном путешествии обновления, и, как вы знаете, я сюда прихожу частенько, вот. И здесь довольно много всяких новых приколов. Разумеется, начать надо было, наверное, с вот этой вот чудесной машины Макларен. Но написано Superfast R1702. Вот такая вот красивая. Вау, красиво. О, подождите, она двухместная. Что? Нет. О, нет. Она а как быть, как жить? Умеете это сделать, разработчики, зачем? Слушайте, ну смотрите. Получается, я могу купить, но вы можете собрать мой Урус и поехать на нем. Вы поняли? А еще тут есть вот такой вот. Смотрите. В смысле бэушную? Нет! Не покупай, это мое. Что? И это твое? Ружо. Это ружо. Тогда я это куплю. Нет! Это мое. Это мое. Да, у меня деньги скоро кончатся. Там, видели? Там вот что? Минус циферка, нет. Видели? Что? Минус циферка. Где? Я вот сейчас ну, куплю. Вот ты купил. Да. Сейчас. Так. И все, и минус циферка тут. Вот тут. Все, останется. Все, это лимитка. Лимитка, вы понимаете? Лимитка. Ну ладно, купи вот эту штуку. Интересно, как она работает. Возможно, это сверху машины можно прицепить, а не в руках таскать. И тогда это прям вообще круто будет. Ого. Прикиньте. Так у меня, значит, всегда это будет, да? Ну, вообще это Game Pass. Поэтому, ну, я надеюсь, да. А еще смотрите, ребят. Смотрите, как работает теперь. Вот, смотрите, у меня мой Калашников на месте. Красота. Короче, нажми на него и сделай так, чтобы он справа был, и тогда у тебя возьмется это оружие с собой. Блин, круто. Собственно говоря, да. Ребят, готово. Так, только я хочу убрать этот цвет желтый, он меня раздражает, если честно. Во, вот она моя, без цвета. Чудес. Легендарно! А, моя экзотика тоже была легендаркой, кстати. Да. Все, блин, ладно. Подождите, ребят, я вам не могу дать. Зря я купил, ребят. Ты не можешь заспавнить две машины сразу? Я не могу, я только экипировать могу одну, да. Простите меня. Ничего, мы с Ланой на минивэне поедем. О, нет, ребят. Он очень быстрый, между прочим. Нет, ребят. Ну, я сейчас что-то придумаю. Там есть геймпас, другой машины, тоже какой-то быстрый. Вы можете ее, кто-то ее купить. Флеймтрак, он очень быстрый. Ну да. О, ой. Я на крыше появился. Ой-ой-ой. Кися. О, дядя. Так. А где должен быть... Так. Мой автомобиль? Нет. А кто? А, вот она. Че, где она? Где моя машинка? Ты что делаешь такое? Зачем пугать меня? Показываю. Ну, блин, я думал... О, это твое. Это твой? Это мое. Бэкпэк, так сказать. А че бесцветная машинка у меня? А чё за мотор, слышите? А ты в неё ещё не сел. А чё мотор тут какой-то обычный? Как будто самый стоковый. Так, подождите, а у неё, наверное, сзади, серьезно? Да, мотор? Серьёзно? Да, сзади мотор. Но он выглядит как обычный, посмотрите. А быстро очень тратится. А тут патроны бесконечные потом, когда закончатся? Я не знаю, давай проверим сейчас. У меня есть Калашников, сейчас проверю. Так, а, похоже, нет, потому что было 120-1200. Вот так-то, ладно. Да, так что патроны не бесконечные, к сожалению. А когда они закончатся, что делать? Вопрос хороший. Ладно, красивая машинка, мне нравится. Так, залезай. Залезай, тебе, сказано, лишний где... Тебе, по-моему, бензин дали. Мне? Вот тут. Или это тебе принесли? Вот это класс. Или при... Ну, я не приносил. Ульяна, это чей бензин там? Не знаю. Не приносил никто? Я пойду проверю. Не приносила. Ты звучишь, знаешь, как вот мама какая-то, прям, которая, знаешь, хочет узнать какую-то правду и такая, чё, Ульян, вот это бензин чей? Вот это кто-то приносил? Может, кто-то принес? Не приносил никто? А это что такое? А, это миниган! Это мое! Извини, пожалуйста, я капец, я смотрю, какая деталька интересная. Думаю, он ну, тебе ладно. В багажник не влезет, да? Мне не надо. Это вообще-то капот. Блин, извините. Это я капот. Перепутала. Не привыкла к вашим машинам вот этим. Ладно, у тебя тут бургер занято. Ульян, это нам с тобой оружие. Подождите, так вы проверили? Брэшку? Ребят, вы проверили бензин? Ну вот у нас есть, да. Я принесла. Давайте, Ульяне. Слушайте. А, все, хорошо. Ну ладно, я просто не знаю, сколько жрет эта машина, правда. Ой. Поэтому я полностью заправлюсь, и я погнал. Так, закрыть. Ну-ка, сейчас послушаем звук, ну-ка. Ну, какая-то она беленькая. Я думал, она будет какого-то спортивного.
шпротина, так сказать, ну, цвета. Ну да, Лана здесь не поместится, или Ульяна не поместится. Короче, кто-то третий сюда не влезет. Ну да. К сожалению. Угу. Так. Ух ты, а тут все по-спортивному, ребят. Тут все красиво. 2000 бобоксов, как бы... Ну-ка, слушаем звук. Тихо, всем тихо, тихо, всем тихо. Тихо, Ульяна, тебе главное тихо. Ты в прошлый раз-то не поняла? Ладно. Так, 3, 2, 1. Ну и шо это? Не, ну прикольно, конечно. Что так тихо? Ай-яй-яй, грубо. Ой, это же такое... Что это такое? Это прям... Звук, честно говоря, не прям. Но зато скорость прям. Куда летишь, брат? У меня колеса вырываются, вы чего? 240. Какие 240, ребят? Мама, у меня колеса вырываются прямо из арок. Понимаете? Мне кажется, так не должно быть. Зато машина довольно устойчивая, мне нравится. Слушайте, а в чем смысл сегодняшней серии, данной серии, в чем смысл? Мы купили обычно, машину и поехали. Да, обычно. Ну, типа, я просто... А вдруг я сейчас как пройду? Как пройду? Все. Вы как считаете? Будет грустно? Ты думаешь... В смысле? А вот у меня еще вопрос. У меня еще вопрос. Смотрите, а я действительно еду. Так, как включить эти? Ой. Как свет включить? Куда-то щелкнуть. Мама, ладно, сейчас надо тормозить. Ой-ой-ой! Ой, ой. Зевс, успокойся! Зевс, тихо. Что это такое? Нет, это не то. Да где тут какой-то... Ай, Зевс, тише! Ну, пожалуйста, мне надо... Да какое радио? Мне бы свет включить. Я не вижу ничего. Вот тут, может... Нет. Мама. Ребят, у меня не получается... Ручник, тише. Извините, ручник. Я не знаю, где свет здесь. Ребят, проблема. А я еду со скоростью 230 в темноте. Это вообще... Там камень был. А ты жив? Я жив. Я успел заэвейдить его. Я не знаю, каким образом. Ну, короче, повезло просто. И сколько километров ты уже проехал? Ну, 2 с лишним. Как будто бы, знаете ли, как будто бы моя экзотика... Это что сейчас было такое? Как будто бы моя экзотика, ну, то есть Урус, как будто бы покруче едет, если честно. О, нормально. Вот где кнопочка, которая включает свет? Может, сзади где-то нет? Все, сейчас попробую по дороге ехать. Может, у меня колеса из арок не будут вылетать. Нет, точно так же еду 241 километр в час. Это не круто, это мало, это очень мало. Мало? Это как бы несерьезно. Ну, конечно. Угу. Машину за 2000 робоксов покупаю для чего? Чтобы ехать 3 сотки. Ну, наверное, не знаю. Но в целом у меня прикольно. Колесо там... уже вон, вырывается колесо? Из арки. Мне это раздражает. А, кстати, еще интересно, вот сколько уже потратилось бензина. Я не знаю, у меня Ульяны, к сожалению, тут нет, она не может проверить. Да. Ульяна меня везет. Да. Ты, кстати, мог кого-то взять с собой из нас, но... Да. Ты решил так было бы поехать. Нечестно, ребят, было бы нечестно. Ну ладно. Лучше уж никого тогда. Ну ладно, хорошо, ладно. А ты где-то останавливался? Нам можно остановиться? Нет, вы везде, где хотите, там и останавливайтесь. А у меня есть, Ульян, что пострелять. Угу. Ты если гаражи увидишь, наверное, там останавливайся. Там много гаражей на самом-то деле. Хорошо. Ну пока я чувствую, что как будто бы просто эти 2000 робоксов так чисто. Тьфу. Просто еду на 40 километров быстрее. Ну или там... Почти 40. Ну, по-моему, моя экзотика ехала приблизительно 200 километров в час. Я вот не помню. У меня почему-то в голове цифра 180. Я могу ошибаться, 180? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тишить. А, ну, слушайте, зато тормозит она хорошо. Это радует. А, да? О, хорошо. Тормозит она хорошо. Так, вот сейчас вот тут вот. Во-первых, я попытаюсь, ну, аккуратненько. Так, оп. Ой, тихо-тихо. Вот так вот. Спокойно. Что за звук? Ой, давай тут остановимся. Не понял. А как? Я же заглушил тебя. Ты чё, глупенькая, что ли? Не работай. Когда я тебя глушу, не надо работать. Так, смотрите, я проехал 5000 километров на 2,5 литрах. Сейчас 6,5 осталось. Поэтому я, короче, на 5000 я возьму немножечко заправлю. Хотя, подождите, а зачем? Я даже до 15 спокойно доезжаю. Ну, давайте так, немножечко заправлю, немножечко. Типа до 10 хотя бы заправлю, остальное вам все оставляю. Но вы там все еще и лутаете, я правильно понимаю? Мы еще нет. Ну, мы заехали, да, тут в гаражик. Гаражик заехали, как? Поубивали там всех. Блин, нафиг, я не могу пострелять! Как это? Почему ты не можешь понимаю, стрелять? Куда стреляют вообще здесь. А, ребята, я тут это... А как тут проехать-то, елки-палки? Да и проеду, но я умру! Ну, что такое? А что происходит?
Что у меня с колесами? А, ребят, ну я это... По ощущениям, я здесь не смогу проехать. Нет, я-то не умер, но пока. Ну, мы можем с тобой приехать, конечно. А, это ты на мосту, что ли? Я не понимаю, просто что с колесами? Колесо, залезь сюда. А вот почему так? Я потратил 2000 робоксов. 2000 робоксов. Я потратил. Для чего? Чтобы у меня колесо вот тут вот, вот так вот торчало. Что такое, спрашиваю? Неприятно, неприятно. Да. Что такое? Как мне тут проехать, блин? Ну это, а как? Подождите, ну что это за бред? У меня машина шире, чем две вот эти полоски. Я что сделать-то должен? Вы что, приколисты? Как мне вот это хотя бы принести сюда? Я же не вырулю, вы что? Ладно, ребят, я попытаюсь, но я ничего не обещаю. Ай, ребят, ай-яй-яй. Ладно, меня это прям раздражает. Я просто на 5000 могу свалиться нафиг, вы понимаете? Это же не круто. Это неприятно, да, на такой-то машине. На такой-то машине не хотелось бы, Ульян. Ой, не, она реально, она какая-то дурная. Я не знаю, такое ощущение, будто ей только звук дали. Она не рулится вообще. Так только что же было. Ладно, все пофиг. Хорошо, и тормозилось, и рулилось там все. Ну, тормозится она нормально, но рулится как будто бы, не знаю. Свет не включается. Это знаете как, ой, эта шутка была в одном старом фильме из 90-х, что типа человек садится в Порше другого своего друга и говорит типа, а где тут подстаканник? И ему владелец Порше отвечает, тут нет подстаканника. И он говорит, ты с ума сошел? Ты за столько денег купил машину, и тут нет подстаканника? И вот примерно такая же ситуация здесь. Я купил машину за 2000 робоксов, и где мой свет? Я не могу включить свет. Ну, может, я его просто не Ульян, вижу, Ульян, типа, еще чё, не нажал. Что делаешь, Ульян? Ульян, что у вас подожди. Там? Ой, что у вас там такое? Я не увидела, что ты ушла. Я просто... У меня не получалось почему-то поехать. Я думала, что дело в ручнике. Ага. Я включила, выключила ручник, а потом мы внезапно поехали, и Аланы нет. Вот. Внезапно, так сказать. Что-то происходит, мы почему-то не можем ехать. Сейчас проверю, может, у нас воды нет. О, бедолаги. Да нет, слушайте, но ваша машина хоть и с такими проблемами, но она все равно стабильнее, чем моя. Она хотя бы, ваша машина хотя бы по мосту может проехать. Моя, ну, с трудом. Да? Ну, ты же проехал. Но мне в прошлый раз не получилось. Слушайте, я проехал, но у меня несколько нервных клеток погибло. Сотен даже, наверное. Я не знаю, я не считал, но мне было больно. Вот смотрите, тьма, опускается тьма на город. Это ночь. Мне что делать? Пережидать ее? Лагать начинает игра. Короче, знаете, ребят, значит, рассказываю. Можно в том случае покупать... А ну-ка, полетим. Нормально. Полетел? Да-да-да, полетел, все хорошо. Так вот, можно в том случае покупать эту лимитку. Ну, во-первых, если есть лишние 2000 робоксов. И если они в том все случае, еще остались. Если у вас нет экзотики вот той. Короче, экзотика, ну она реально приятнее. То есть, может, она едет чуть медленнее. Может быть, я, ну, согласен. Может такое быть. Но она стабильнее. Что с домом стало? Обалдеть. Что стало? Слушайте, ну машина управляемая хотя бы немножко. Тихо-тихо, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, там пацаны стоят. Там пацаны стоят, так, оп. Так сказать, сейчас достанем ишечку, бэкпак. Так, парнишки, видели мой новый автомобиль? Как вам? А вы тут? Мы едем, вот далеко просто. Да. У меня пропал автомат мой. В смысле? Я думал, у меня инет лаганул. А мы будем здесь останавливаться? Можем попробовать, там что-то светится. Подождите, а куда делся мой автомат? Это что, Леша, шутка? Ты его забирал вообще? Может, ты же его доставал? Патроны. Я его достал, жесть. Но это на видео записано, я только с пацанами хотел поговорить, я думал, у меня вылетело все. Пацаны, вы слышите? Тук-тук. Есть еще у вас там друзья какие-то в вашем кривом доме непонятном? Да, дом интересный построился автоматически, конечно, класс. Так, вот мне кажется, что тут может быть кто-нибудь опасный. Я и сам опасный. Так, вот это что такое? Это какой-то двигатель. Через чеснок, чесночок. И бензинь. Я вам бензинь на 7000... А тебе не надо? Общем, почти на 8. Выброшу, чтобы у вас был. Да мне не то, чтобы... Ну мы тут тоже немножко лутаемся. Мы нашли мигалку, Ульян, ставь. Да, я пытаюсь. Мигалка, реально? Это будет вместо света. Она работает? Да, такая синяя. Да, она светится. Обалдеть. А тут столько всякой всячины, еды нет. У нас есть еда. Это громкоговоритель, блин, или что? Как его? Ладно. Я так много бензина нашел. О, нет, ночь, ребят. Ты что, реально не можешь включать? Реально? Нет. Да, еще и еды нет. Придется чеснок хавать.
Нет. Фу. Даже не знаю, где машина моя. Я потерял ее. В смысле? Где-то в этой стороне она должна быть. Машинка моя маленькая. Фух. Нашел. Нашел свою машинку, но проблема не решилась. Я не знаю, где здесь включать свет. Ребят, это реально проблема большая. Мышкой куда-нибудь потыкать не получается? Да я уже тыкаю везде тут мышкой. Да. Вот мне только радио предлагают купить, вонючее. Ну, вот минивэне нашим тоже такая проблема. Нет, я знаю, куда включать. Да? Где включать? Вот, я А куда ты? Как? Я в прошлый раз нажимала 10 раз на эту штуку. Там на приборке кнопочка. У меня нет приборки, у меня дорогая машина. Ну, значит, она без фар. Фары тебе не продали. Без фар. В этой комплектации фар нет. Впредь будьте осторожны. Я не знаю, куда ехать, ребят, проблема. Звук бешеный, а смысла ноль. О! Вы где уже? Сколько дороги... у вас километров, ребят? 2400. Ага. 2400? Да. Капец. Ну что, мы останавливаемся. Мы, например, масло нашли. Да. Ой, бензина нет, а что? Кажется, мы сломали машину, так как я в прошлый раз, Ульяна, то после... того, как ты куда-то врежешься, такое происходит. Блин, ну я не виновата, что тут посередине дороги кто-то взял, а он вроде мы поехали. Ну, вроде там все равно медленно как-то. Ну, я да. не понимаю, куда ехать. Все, ребят, пофиг, я буду ждать утро. Так, ребят, тут утро наступает, но тут еще и буря, блин, наступает. Пожалуйста, только бы пожить. Все, не коцает? Не коцает вроде. Хорошо. Ульяна, тебе нормально? Может выйти? Что у вас там происходит? Рассказывай. Я перевернула машину случайно на бок. Я вышла и теперь не могу зайти. Нет, ладно, ты же умрешь. Ничего, нет, я не умру. Мы сейчас машину с тобой вместе перевернем и нормально будет. Так, а мне буря не страшна, и я поехал дальше. Наконец-то утро. Не знаю, я сказал эту фразу «наконец-то утро». У меня перед глазами какие-то вот эти вот бабушкинские ватсапные гифочки, картиночки, типа «с добрым утром». Ага. Я не знаю почему, но просто вот в голове прям возникла картинка. Ульян, может зайти в кузов пожить чуть-чуть? А, у вас же тоже буря, блин. Я не задумывался. Да. Капец. Так, ну моя цель — доехать хотя бы до 15 тысяч. Ну, или подальше желательно, если есть вообще такая возможность. Я так понимаю, что мы не встретимся, мы просто едем тут отдельно, потому что мы на 3,5 перевернутые, и нам хана, возможно. Вы перевернутые? Ну да. Да. Ну, капец. Ой, я на шине только что полетала. Прикинь. Да, я вот тоже смотрю, что на шинах можно летать. Там это, церковь на 9700. Ага. Ого. Ребят, она очень плохо рулится на маленькой скорости. Это мне очень не нравится. Прям космически меня это раздражает. Потому что здесь, если я сейчас плохо проеду или где-то врежусь, то я мертвец. Это минус однозначно. И мне, и машине. Угу. Пока вроде еду. Мама! Мама! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! У-у-у, террорюги, отстаньте. Все, я проехал, ребят, я проехал. Крутой. Короче, это был спидран, получается, да, у меня? Ну, если бы не вот эта вот остановка на ночь, скажем так. Слушайте, ну, всем водителям надо спать, вы понимаете, все прекрасно, это правильно? Всем надо спать. Так, ребят, внезапные технические шоколадки какие-то возникли, я не знаю почему... Что это за домик маленький? Подожди, мне это интересно. Короче, у нас почему-то отлетел Дискорд. Вообще по непонятной причине. Ага. Вот, и мы в телеге связались. Кстати, в телегу нашу тоже можете зайти, так сказать. Как вы думаете, вот в этом маленьком чудесном домике... Подожди, что? Все, это все? Это мем? А-а-а! Ясно. Ладно, это просто... Мемный домик, считайте его таким. Так, а тем временем я на своей машине, которая вообще никуда не едет, не рулюется, направляюсь дальше. Уже 13300, ребят. Ну ты крутой, почти доехал. Спасибо. К нашему рекорду. Да, я планирую его побить, потому что машина слишком дорогая, блин. Она должна бить рекорды, она должна ставить какие-то... рекорды. Не придумал, чего можно еще бить и ставить. Ну, короче, вот чтобы прям была крутая. Так что, ну, 2000 робоксов, как бы, серьезно, серьезно. Ну, да. Да дорого, конечно. Экзотика сколько стоила? Экзотика стоила... А я не помню, сколько стоила экзотика. Ну, тоже много, но не так много. Да? Ну, вроде да. Ну, типа, по-моему, 1700 или типа того. Кстати, я не заправлялся давно, но я думаю, что мне хватит. Почему-то мне так кажется. Я не знаю, сколько там... Так, спокойно. Камень, успокойся. Не знаю, сколько там у меня осталось бензина, но мне
кажется, что достаточно. Потому что за 5000 у меня... А у меня еды-то нет, ребят. А еды-то у меня нет. Но я докатился до 15000. Тут же должна быть еда где-то, правильно? Или тут только эти? А, там не было. Был только бензин. О, нет. Ёж, серьезно? О, нет, ребят. Ты все это время игнорировал еду? Даже мы уже поели несколько раз. Да. Блин. Блин, ребят, еда. Нужна еда. Что за дверь? Откройся, господи. Дверь, еда. Там не открывается. Тут, кстати, этот V8. Ребят, V8 этот крутой. А бензина сколько у меня? 3,9. Ладно, заправлюсь бензином и погоню дальше. Вообще, есть тут бензин? Должен быть бензин. Да, есть бензин. Все, сейчас, быстренько. Сейчас мы. Я взял только один бургер, если честно. Я вот взял его, уже съел. И вот сейчас вот... Да что ты трясешься? Я вообще за едой. Мне бензин-то и не нужен, если честно. А ты трясешься. О! Блин, я на двери этой тоже летаю. Да, что-то тут... Какой двери ты летаешь? Блин, может, ну его эту машину, полетели к Ёше? Полетели. Я на 15 тысячах, вы вряд ли очень быстро доберетесь до 15 тысяч. Мы, кстати, ребят, давным-давно хотели снять серию, на которой... О, ну-ка, секунду, может, вот тут будет еда, сейчас. А что это такое, подождите? Я не в ту сторону лечу, кажется. Я не понял сейчас. А что это такое? Там кто-то стоит возле машины. А что это такое? А ну-ка, подождите, сейчас я ствол достану. Быстренько ствол достану. Так, ну-ка, во-первых, ты дай еды покушать. Вот тебе раз, два, все, дай еды. А во-вторых, там вон кто-то со стволом стоит, а ну-ка. Ты тоже? Все, не живой, надо было, наверное, подойти к нему. Ладно. Так, есть кто? Мужик? Сейчас стоишь? Че ты спрятался? Дуралей. Есть еще кто? Еще есть тут кто? Мне еды бы, дядь. Пройти, дай. О, кусочек пиццы. Вау. Что тут еще? Так, монеточки какие-то, скейтборд. О, все, покушать. Ура. Слушайте, ну я наелся, в принципе, даже. Это хорошо. Ну, типа, не до упора, но я думаю, мне хватит до конца игры. Вообще, конечно, нехорошо вышло с этой новой машиной. Типа, два места только, некрасиво. Да, да. Так, ребят, официально рекорд уже... поставлен, я думаю. Ну или нет, вот где-то здесь уже рекорд точно поставлен. Там какая-то штука. Ну, мне не надо ничего, я лутаться не намерен. Мне надо ехать вперед, ставить новые рекорды. Так, и что? Смотрим слева-справа. Слева-справа пусто. Просто дорога продолжается. Продолжается дорога и камни слева-справа, все. Угу. Вообще ничего не меняется. Пейзаж не меняется совсем. А я хочу сказать, что так классно ехать на багажнике от этого, ну, автомобиля. Ты имеешь в виду лететь? Да, да. А с какой скоростью ты вообще передвигаешься? Можешь сказать? Ну, я уже на 5000. А, это, блин, чего я так торможу? Это церковь. Зачем мне церковь? Церковь мне не нужна. Камень! Только не перевернись. Слушайте, она не переворачивается. Возможно, это ее самый главный плюс. Она устойчивая. Это приятно. Как и другие спортивные машины. Я как человек, перевернувший машину, поддерживаю. Да, Ульян, не повезло. Невезуха. Ну да, я водитель без стажа, к сожалению, в этой игре, поэтому так происходит. Да, ну машину эту бросает, конечно, будь здоров. Ну, ребят, ну рекорд побит, 17 тысяч просто уже, вау. Только не говорите, что солнце сейчас сядет, я же не могу ехать без солнца. А ты посмотри, пока светло, может, куда-то можно нажать. Да нет тут ничего! Ничего тут нет! Они не могут продавать такую машину без фар, а я включила. О, 15 тысяч метров только сейчас у меня. Ребят, почему у меня только сейчас 15 тысяч метров? В смысле? А у меня тоже тут подлагивают. Ачивка 15 тысяч метров на 17700. Вы поняли? Это что такое? Ну, подлагивает, подлагивает. Подлагивает, мягко сказано. Слушайте, а если эта игра бесконечная, и здесь просто строится все дальше? Ну, ты представляете, можешь... а я буду ехать, пока у меня еды будет достаточно. Бесконечное путешествие получается. Да. Ульян, ты, кстати, где там летишь? 5000. А, я на 5600, уже 700. Угу. Нормально. Да, ребят, я со своими 19-ю... конечно, километрами, смотрю на вас. У нас бесплатная дверь, а еще мы очень долго пытались машину перевернуть. Как вы думаете, что будет на 20 тысячах? Не знаю. Я уже подбираюсь плавненько к этому моменту. На 15 была приколюха с этим, с двигателем, да, и вот этой всей историей. А прикинь, там ресторан будет и еды. Почему ресторан должен быть? Это прикольно. Ну а почему нет? Так, хочется. Вот там что-то интересное? Нет, там просто этот чувак, тут шоп. Слушайте, а в шопе, может, что интересное есть? Ну, давайте чисто по приколу глянем. Так, шоп. Кстати говоря, оружие Ланы почти. Это что такое? Это масло, блин. Да? Да, это масло, еще масло.
V8 и водичка. А, слушайте, а водичка... Что это такое? Что это такое? Это оружие? Или что? А что там? А, подожди, нет, это не... Подожди, закройся, это не оружие, это просто 60 литров чего-то, я не знаю чего. Чего? Я не знаю. А если это какая-то магическое топливо какое-то? Подожди, это может быть какая-то ракета... А, ребят! Обновление, вы помните, как называется? Спасибо, Windows. Вы помните, как называется обновление? Ну, ракета. Ракета! Обновление ракета. Ребят, как вы поняли, эта серия оказалась очень долгой. Пришлось разделить ее на два видео. В следующей серии мы доедем очень далеко, можете поверить. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока.